Друзья ангелов. Полет на собственных крыльях. Я надеялась, что этот день никогда не наступит, но он все-таки наступил. Раф, мой ангел, просыпайся. Сегодня тебе совсем нельзя опаздывать. Еще минуту, мам! Я еще не готова. И почему мне нельзя остаться в кровати? У меня болит живот. Ты прав, Кокс. Больше никаких отговорок. Я поняла, поняла. Я уже встала. Я буду по вам, по всем скучать, и по тебе особенно. Мне уже 15 звезд. Так что мне пора идти. Пока, мам. Не волнуйся. Я смогу о себе позаботиться, ты можешь быть уверена. Хотя я и не знаю, чего мне ожидать от этого путешествия. Я буду скучать по городу ангелов. Тише, Кокс. Мы должны уважительно вести себя перед Серафимом. Видела? Когда-нибудь мой нимб тоже будет светиться. Только после того, как ты сдашь экзамен. Ури, что ты здесь делаешь? Разве мы не должны были встретиться у большой двери? Ну да, но я подумала, лучше, если мы придем вместе. Я понимаю тебя. Следующий, пожалуйста. Раф, ты следующая. До встречи по другую сторону, Ури. Желаю удачи, подруга. Ты готова, Раф? Наверное. Ты еще никогда не была внизу, да? И ты первый раз уезжаешь далеко от дома, да? Да. Пусть высшие сферы защитят тебя. Иди и ничего не бойся. Смотри на себя. Очнись, ангел. Пока ты не закончишь свое превращение, ты, как бы это сказать, прозрачная. Спасибо за новости. Я Раф. А ты кто? Меня зовут Сульфус. Ты, наверное, слышал обо мне. Но теперь ты меня знаешь. Я думаю, я сама справлюсь. Ты что, обиделась? Слушай, я просто хочу помочь. Спорим, ты ничего не знаешь про Вета? Лучше тебе поторопиться в школу, ты ужасно опаздываешь. Куда же мне теперь идти? От тебя немного помощи. Вот же он, класс ангелов. Доброе утро. Меня зовут Раф. Я пришла сдать экзамен. Простите за опоздание, пожалуйста. Нечего извиняться. Лучше не опаздывай.
Здесь мы заботимся о людях, а точнее об их душах. Достаточно всего лишь одной ошибки, чтобы твой противник одержал победу. Твои товарищи и противники уже за работой. Так что мне придется объяснять тебе все лишь в общих чертах. Ты должна приступить к экзамену. Смертный, которого ты будешь охранять, 14-летний мальчик Эндрю. Каждый день, каждый час, каждую минуту люди выбирают между добром и злом. Эндрю, ты мог бы присмотреть за своей сестрой? Ты должна будешь направлять Эндрю, но ни в коем случае не лишать его свободной воли. Это значит, что ты не можешь выбрать за него. Ты не можешь вынудить его ступить на правильную дорогу. А если тебе придется вмешаться в происходящее, то лишь человеческими методами. Запомни это. Твой талисман запустит твое превращение. Ты должна будешь завершить его фразы, которую только что выучила. Есть вопросы? Что такое вето? Это правило нашего кодекса. Нас выбрали, чтобы охранять смертных. А наши противники-демоны должны обмануть их, толкнуть на неверный путь. Поэтому существует вето, то есть запрет. Мы не можем обнаружить себя, не можем прикасаться или нападать на демонов. Уяснила? Я не понимаю. Мы должны бороться с демонами, но не можем создавать им препятствия. Все просто. Если бы ангелы и демоны боролись вместе в одно и то же время, они бы только запутали людей, которые должны иметь свободу выбора. Таким образом, когда ангелы за работой, демоны не имеют права вмешиваться. И наоборот, мы работаем по очереди. А кто решает, кто начинает первый? Это решается в комнате для состязаний. Ты до сих пор не поняла? Мы невидимы для смертных до тех пор, пока... Пока мы не трансформируемся. Да, я это поняла. Я просто уверена, что ты демон, предназначенный для Эндрю. В точку, мой ангел. Меня зовут Раф, и я не твой ангел. Заруби себе это между раков. Ого, как ты быстро выходишь из себя. Давай лучше посмотрим, кто будет действовать первым. Выбирай оружие, Раф. Посмотрим. Ты весь состоишь из огня и пламени, да? Тогда тебе не помешает искупаться. Гигантские гавайские волны! Это нечестно! Комната для состязаний может превратиться во что угодно, ты же знаешь. Победитель тот, кто первый дотронется до буйка. Посмотрим, сможешь ли ты меня догнать. Скоростные крылья! Да! Она идет быстро! Я покажу тебе кое-что! Удалить меня каким-то дымком. Она очень сильная. Пожалуй, я использую стратегию посложнее. На помощь! Я тону! Я тону! А! Сульфус! На помощь! Держись, я сейчас! Хватай мою руку! Ха-ха-ха! Ты проиграла, мой ангел! Значит, я первым отправлюсь к смертному. Только подумать! Я же хотела тебе помочь! Дотрагиваться запрещено! Я играю! Ладно, ладно, иду. Кого это принесло? Ага, у меня доставка для мистера Эндрю. Это вы? Но я ничего не заказывал. Доставка уже оплачена, вы ничего не должны. Ну ладно, я верну посылку. Жаль, эта игра только сегодня вышла в продажу. Подождите, о какой игре вы говорите? Это новая игра для суперконсоли. О, у меня эта консоль к телевизору подключена. Может, тогда попробуем сыграть? Я слышал, в нее круто играть вдвоем. Нет, нет, тебе нельзя сейчас играть. Ты должен присмотреть за сестрой. Ты прав. Спасибо. Молодец. И кто теперь будет за ребенком смотреть? Ты его ангел-хранитель, забыла? Ты что-то сказал? Да нет, ничего, давай играть. А ты? Ну что ты делаешь? Тише, тише. Нет! Куда это ты собрался?
Попалась! Нет, нет, малышка, не делай этого! Не делай, тебе будет больно! Нет! Я знаю, я должна сделать что-нибудь, но что? Какие идеи? Хорошо, Кокс, запусти превращение. Охранять и защищать. Здорово. Черт, моя мама. Привет, мам. Дорогой, твоя сестра в порядке? А... В полном? Очень плохо. Тебе нельзя заменять с собой смертных. Но его маленькая сестра, она могла сильно пораниться. Это забота мальчика. Ты должна была дать ему понять. Как? Сульфус все время мне мешал. Он не хотел работать по очереди. Хватит. Сульфус лишь делал то, что делают демоны. И он выиграл состязание. Я надеюсь, что ради блага всех смертных это первый и последний раз. А теперь иди наверх в комнату сна и поспи. И подумай. Ра, наконец-то ты вернулась. Я так рада тебя видеть. Мне так много надо тебе рассказать. Ты неважно выглядишь, ты в порядке? Нет. У меня был очень тяжелый день. Будь готов остановить картинку вот здесь. Теперь увеличь ее. Отлично, Малаки, отлично. Спасибо, госпожа. Ангелы. Серии.